Надо сорваться в Питер, я знаю, там самое место заблудшим душам, чтобы бродить по берегам, всю ночь музыку слушать. Надо сорваться в Питер, я знаю, там все становится по местам. Добро пожаловать в город-герой Ленинград. Вообще, он городом-героем стал, когда был Ленинградом, вроде, не? Ну ладно, неважно. Вообще пофиг. Мы приехали, наконец-то светло на улице. И даже как будто бы тепло. Тепло, да, прихование было. Да. Я этому очень рада, потому что я взяла только одну верхнюю одежду. Это короткая шуба. Она экстра короткая. Если бы здесь была минусовая температура, то я бы замерзла. А никакая другая одежда мне бы не влезла. В мой мини-чемодан. Такой вот. Чемоданчик. Моя попытка номер 10 полюбить Санкт-Петербург начинается прямо сейчас, и мы отправляемся сначала на завтрак. Я подготовила для Аришки целую программу, увлекательную, надеюсь. Все продумала, поэтому мы не будем думать, чем нам заняться, мы будем просто действовать и пытаться успеть. Все. На сегодня заготовлена такая light program немножко. Вечером у нас съемка парная, я арендовала фотографа, арендовала студию, все-все-все. И первая остановка будет Астор кафе, самое популярное место, которое я вижу у всех блогеров, на которых я подписана из Санкт-Петербурга. Ну что, друзья, почему наш выбор пал на это место, я вам объясню, потому что мне постоянно попадаются эти восхитительные бутерброды с красной мелкозернистой икрой, орешки тоже, и мы подумали, что было прикольно, да, сюда попасть. Очень прикольно, мы же дома не едим почти каждый день бутерброды с икрой. Ну ты хотела! Ну, это можно взять как просто закусочку на двоих, но вообще, наверное, хотелось бы какой-то основной завтрак. Само собой. Да. Здесь. Такая здесь красотишка. Много людей достаточно. Популярное место. А? Любимое место Насти Мироновой. А, ты ее фанатка, я так поняла, да? Ну, я не фанатка, но мне нравится ее одежда. И просто я же слежу за ней в Инстаграме. Она отсюда часто выкладывает что-то. И у нее даже была коллаборация с этим кафе. Ого. Ее бренда. Класс. Выбираем. В наличии есть различные сладкие, крупы, на хлебушке, вот он бутик, в наличии и яйца. И такая красоточка. Ну что? Я заказала себе мексиканскую шакшуку. Она на мексиканский лад. Здесь у нас слоеное тесто. Все это с достаточно такой, как мне объяснили, пикантной фасолью запеченной, перчиками запеченными, которые я обожаю. Сыр лабне, вроде так он называется, вот этот белый, и яйца само собой. Все это сейчас я буду перемешивать и наслаждаться. В целом блюдо острое. Не знаю, понравится мне или нет, но давайте мы с вами продегустируем, и я вам дам либо рекоменд, либо не рекоменд. А, я еще не испортила. Фото было сделано. Теперь мы снимаем яйца. Здесь голубого красивый желток. Ну, как пашот тоже. Да. Вот этот не такой, этот растекся, а этот, видишь, да. Переваривает. Блин, я очень люблю запеченный перчик и фасоль, вот это мне нравится. Вкусно? Разрыв вкуса в сосочках. Ура! Мне вообще не острое, если что. Острого ничего нету здесь. То есть даже намека нет на остроту. Давай закусывай огромным бутером. Икру мы сейчас будем тоже оценивать, потому что я большой ценитель. Ну что? Икру не почувствовала. Почему? Не соленая. Не соленая икра? Да. Ну, видимо, из-за того, что я съела соленое. Может быть. Давай я попробую. Давай. Нет, свой. Ну, вкусно. Я вот сейчас чувствую. После второго укуса я чувствую рыбный вкус. А масло какое? Очень приятное вообще. И хлеб тоже сам по себе. Ой, у тебя очень красиво, малышка. Вау!
Gucci Juicy Beauty Essence. У тебя тоже яичко, да? А? Тоже яичко есть. Да. У Ари там... Ты расскажешь, с чем? А я не знаю. А я знаю, с рваной чем. Рваной говядиной знаю. Там рваная говядина, чесночно-горчичный айоли соус, капуста маринованная, я вижу отсюда. И, судя по всему, сверху не похоже на яйцо. Но мы сейчас знаем, что это яйцо, да? Но яйцо в соусе, в общем, да. Выглядит вкусно. И, конечно же, там черный хлеб. Хочу сначала попробовать соус. Мне почему-то кажется, что у тебя очень сильно вкусно. Да? Хочу. Я, во-первых, обожаю горчицу и айоли обожаю. Хлебушек тоже мягенький. Да. Я режу, и у меня идут слюни. Понимаю. Я смотрю, как ты режешь, и у меня тоже идут слюни. Вкусно? Да, божественно. Я хочу попробовать у тебя обязательно. Сейчас я тебе отрежу. Давай. А вот и наш отельчик. Он так мило выглядит, я даже не думала. Смотрите, такое старое здание, отреставрированное, похоже. Здесь есть гастробар и наш отель. Отель. Гастробар? Ну вот написано лобби, гастробар. В Москве, кстати, тоже есть лобби. Не знаю, это одно и то же или нет, но... На самом последнем этаже, мама? Мне кажется, что да, почему-то. Потому что там с окном вот под потолок. Угу. Вот так вот. Доехали. Мы живем в Петроградском районе. Здесь я еще ни разу не проживала, все разы, что была в Петербурге. Насколько я понимаю, вроде как Петроградский район считается каким-то элитным. Наверное, как старый, может быть, центр, не знаю. Кто знает, напишите в комментариях, короче, почему Петроградский район так на слуху обычно бывает. Такой лифт. Я думаю, самодельный. Ой, у меня что-то беспорядок. Самодельный лифт, это как? В смысле, он не предназначался. Он такой маленький. Поднимаемся, заселяемся. Даже не знала, что у нас завтрак включен. Забыла пометку поставить, что он в номер. Ну ладно, когда пойдем, вечером скажем. Ну да. Давай, открывай наш номер люкс. Президентский. Итак. Красивенько здесь. Вот такая картина. Ого. В наличии. Кровать большая. Кровать это мне нравится. Большая. Это камин? Да. Вау, он электрический получается. Я думаю, да. Снимаем обувь. Ой, чуть не упала. Бокал для шампанского, а да. Шампанского нет. Это что тут? Там ванна. О, прикольно. Да, смотри. Здесь туалет. Туалет. Надо свет включить, чтобы... Душек здесь. Сейчас сделаем. Ладно, мы сейчас разденемся и сделаем вам рум-турчик. Давай, я готова. Подожди, я не готова. Ты не готова? Я пытаюсь понять, как работает это. Это просто снимается? Да. Ага, подглядывать будут за нами, значит. Вот не тут будет. Вот в ванночке. Начинаем наш рум-тур с потрясающей ванной. Я обожаю эту рубрику во всех наших влогах, там мы куда-то ездим. Во-первых, здесь у нас наличие, гость программы. Это большая ванна. Роскошная. Куда можно плескаться и смотреть на крыши Петербурга. Роскошь. Жалко, солнышка нет. Да. Здесь есть, кстати, в наличии, смотри-ка, все, что нужно для того, чтобы мыться, потому что я не взяла с собой зубную щетку, конечно. Я взяла, но я предполагала, что она здесь будет. Все есть, все приборы. Раковина, вешалочка, здесь, наверное, спрятан фен. Угу. Два халата, полотенце. Красивенько. Здесь душевая. Света нет, да? Я не понимаю, как он включается. Свет, включись. Алиса, наверное, включи здесь... свет. Здесь, наверное, такой бар приглушенный. Здесь как будто зона спа, я же подумала сейчас, что там этот сам. Вот же. О. Вот. Да. А туалетик? О. Да. И смотрите, обратите внимание на то, как здесь открываются двери. Да, просто супер. Зонирование такое, да. Интересное. Отсюда вы попадаете на наш роскошный диван. Гостиная.
Мягкий? Классно, кстати, да, выглядит мягким. Разлеглась. Будем здесь валяться. Стол мне очень нравится. Стол красивый, да, стулья, все есть. Great chic. Журнальчик будем читать. Батарея теплая. Что немаловажно. Полы, кстати, холодные, но ничего страшного. Два бокала. Всякие экскурсионы, гастробар. Закажи еду в номер. Тарелочки, чайничек. Чай мини-бар. Есть, водичка есть. Здесь мини-бар, да. Здесь получилось. О, просека. Ну да, такая маленькая бутылочка. Лев Голицын? Да. Хорошее шампанское. Да что ты. И это, конечно же, посмотрите. Надо спросить, как включается этот камин. Да, камин. Чтобы мы вечерком его включили и почилили. Вообще, молодежь. Большая плазма. Ну и, конечно же, кровать. Здесь... Что написано? Письмо какое-то нам. Памятка, наверное. Письмо. Добро пожаловать в наш отель «Мола», который расположился на Петроградской стороне в доходном доме 1903 года. Спроектирован архитектором Спокойский Францевичем. ПЛ. В стиле электика. Эклектика. 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 Электро. Петроградский район славен не только тем, что здесь был заложен первый камень, с которого позже была возведена Петропавловская крепость, но и ведущими высшими учебными заведениями, объектами культурного наследия и развитой социальной инфраструктурой. Статус престижного и респектабельного района, где кипит светская и деловая жизнь. Ого. Петроградская страна получила в конце 19 века. Вот так. Мы такие светские. Отель 22 года. Здесь написано 13 стильно обставленных номеров. Наш последний как раз-таки. 13 – мое счастливое число. Вот так. И у тебя есть 13 номер. Видишь, все правда. Мне нравится вот эта композиция. Да. Просто топовая. Там еще какая-то штучка. Это салфеточки. Носовые платочки. Кажется. Здесь тапочки. Высота. Красиво. Неплохо. Конечно. Мое настроение вот такое. О, как же хорошо. Он такой мягкий. Мне этого очень сильно не хватало, потому что в поезде было неудобно ехать. И я еле как пыталась поспать, но не особо удавалось, если честно. Ну вот, все неудобства компенсированы этим номером. Благодаря тебе. Тебе нравится? Спасибо за подарочек. Пожалуйста, папульки. Ты хотела сделать мне приятно, тебе удалось. Да, очень хотелось. Ну все, мы будем чилить. Да. А вечером в 6 часов у нас съемка. Да, которую я подготовила тоже специально для тебя. Да. Мальчики, мы только что разобрались, все разложили, все вещи. Ну, точнее, я. Аля еще пока не разложила свою сумку, не знаю, будет ли, но неважно. Мы распаковали целых 3 моих посылки, потому что Новый год, вы знаете, я уже говорила, это пора всяких распаковок. Я очень сильно хотела эту пижаму от Белью, сейчас буду ее парить. В ней, скорее всего, к сожалению, будет Аля на съемке, но... Она очень красивая будет, когда отпаренная, невероятно нежного материала, похожа на шелк. Также я распаковала посылочку с украшениями, вот с такими вот. Ах, как я обожаю все красивое, господи, боже мой, сорока. Вот еще такой комплект белья у меня от Белью есть в наличии. Тут моя инсталляция красивая, sunroof, кравики, все, как я умею. Это моя обычная пижама, чтобы здесь... гонять по номеру. Она пришла мне с Валберса, успела тоже ее с собой решила взять, чтобы была. Но вообще здесь есть халатики, как видите, поэтому все круто. И еще мы распаковали посылку от Миартленда. Вот такой новогодний дроп. Не только здесь футболка и трусики, еще есть шарф такой красивый молочный и костюм, в котором я приехала, черный. Но вы его уже видели. Аришка вот в отрубоне. Маленький, чай пью, делай, иди. Кстати, она надела чаек, нарубила клипов, поэтому у нас уютно, как дома. Смотрите, какой чай пью. Пойдемте чаевничать, девочки. Я несу вас в ванну. Почему ванну, спросите вы? Потому что надо парить костюм. Очень лень, не хочется, но никто это с меня не сделает. И жаль, что нет отпаривателя, но хотя бы есть утюг. На этом уже спасибо. Они шли на съемку. Как дуры какие-то. Вот тебе хихи-хаха.
Вот тебе хихихаха, девочки. Это ужасно. Началась гололедица, типа когда прям все во льду. Да. Белая пижама. Мы еле идем. Белая пижама, которую нельзя испачкать. А учитывая, что я хожу так, что у меня до жопы грязно. Как вы понимаете степень отчаяния? Нет. Я боюсь упасть. Нам налево. Здесь? Да. Идем по каким-то дворам. Здесь неприятным. Дорога вот такая вот вкусная. Люди еле как просто здесь ходят. Заходим? Да. Ура! О, какая красивая парадная. Вау. Что ты испачкала? Пижаму? Вау. Пока что мы ждем наш зал. Мы тут посмотрели второй зал еще. Он называется «Малая комната». Тоже очень лампово. Атмосфера здесь, как вы можете понять, такая. Это здесь хорошо. Да. Большие квартиры. Высокие потолки. То, чего так не хватает в Москве. Когда такие потолки высокие, сразу пространство кажется больше гораздо. Да, закончу. Хорошо. Сейчас двигать большую елку и ровно соответственно. Ну да. Хорошо, спасибо большое. Вот такой у нас зальчик. Красивый. Очень красивый вайбоб. Посмотри, какой там шар, диско шары висит. Зашли в отель и только сейчас поняли, что мы не снимали для вас ничего, когда были на съемке. Но ничего, я, может быть, вставлю сюда контентик, который мы наснимали. Ну или можете посмотреть в Инстаграме. Да. Ну, еще на социальной сети. Ага. Тут у нас всякие чертины. Дама с котом, вот, пожалуйста, за 8 тысяч. Маяковский за 18. Если вы красиво рисуете, вы знаете, что делать. Внесли коррективы в наш вечер и решили поменять место ужина на вот такое. Вот, называется LED. Или LED, не знаю, да, как правильно. Мы его видели в Инстаграме, там всякие блюда необычные. Интересная подача, да. Нам удалось забронировать столик, поэтому сейчас мы будем кушать, а тут река. Ладно, так, мы вот в таком заведении. Смотрите, это у нас меню бара. Но вот это у нас меню кухни с очень интересными названиями. Меню ресторан центральной кухни. Не знаю почему, можно клацать, наверное, и будет выбираться. Тартар с говядиной мы заказали, паштет на дереве, чернильный гребешок, креветки васаби. Так как у нас гастротур, мы, видите, пробуем все, чтобы все было вкусно. Из горячего я себе взяла сожгли сено, Аришка взяла угольный стейк, и мы взяли также ягодный чай. Сидим в зале с открытой кухней, у нас вот здесь такой бар, здесь отдаются блюда, очень даже уединенно. Да, маленький? Я просто ужасно сильно хочу есть, у меня ощущение, что я сейчас буду голодать. Я тоже... Уже голова болит. Я, кстати, была уже в этом ресторанчике, знаете, когда? Ну, года так 3-4 назад. И ничего не поменялось. Но по вкусу посмотрим, по еде. Расскажешь. Я надеюсь, что не стало хуже. Я думаю, нет. Но мы все-таки очень... Потому что этот ресторан до сих пор на слуху. Я часто вижу его в Инстаграме, в Рилсах. Ну... Мы все равно надеемся на то, что нам придет счастливая смс-ка в WhatsApp о том, что в листе ожидания Birch завтра нам достанется на 7.45 либо на 9 вечера, потому что я пипец как сильно мечтаю туда попасть всю жизнь уже, и никак не получается, потому что там постоянно просто sold out. Короче, тартар, вы поняли, пальцем мазалась, это у нас гребешки. Это у нас дерево знаменитое, которое вся запрещенная социальная сеть как-то в рилс выкладывала. И мы ждем креветочки уже. Мы узнаем, будут ли у нас черные какашки. Завтра вам это расскажем. Приятно. Что? Зато это правда. Люди будут знать. Я же уже ела, я тебе говорила. Понятно, ясно. Приятный вайб. Ну, короче говоря, это креветки на углях подаются. Они, видите, в панировке, креветки васаби. Попробуем сейчас на вкус. Есть
если что, то мы уже попробовали гребешка, и то не тартар. Действительно очень вкусно. Я ценитель тартара, вы знаете, поэтому я оценила, ставлю ему реально 10. Это высокая цена. Правда? Полетело что-то. Вкусно. Распробовала. Мне нравится, потому что здесь абсолютно кислинка лайма, как будто бы внутри креветки. Да, 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 да. Не соуса, внутри креветки. Вкусно? Да. 10. Я хочу еще этот паштет попробовать. Давай, сейчас будем мазать. Так, сейчас мы будем пробовать паштет. Это вот продукт. Попробуем завтра, потому как мы его сорвали с дерева. Кладем на хлебушек. И нас там будем мазать. Кубочки. Спасибо. Не джем. Новый стол, клеит свеча. Да. Мне тоже стали лайки. Это так же вкусно, как и в прошлый раз. Я очень рада. Мне нравится. Мы сегодня уже второй день вкусно едим, господи. Да, я рада этому. На ложку. Какой тартар. О, мне нравится. Я говорю вам. Им было мало, и они будут сейчас есть еще и горячие. У меня здесь интересное блюдо. Треска, форель, значит, бонита. Это сушка от тунца. И называется «Вдотельно сожгли». Именно поэтому здесь трактор стоит, он несъедобный. Это просто installation. Соус. Не помню из чего, но сейчас расскажу, когда попробую. А у Ришки безумно красивое блюдо. Это угольный стейк. Тут даже ничего комментировать не надо. Просто секс, реально. Так что у тебя? Мы вышли с ужина, решили прогуляться до такого красивого места. Увидели его, когда ехали сюда. Из окна такси. Ничуть не пожалели, потому что очень красиво выглядит вживую. Безумно красивое сочетание теплого и холодного цвета. Света. Идем. Прогулка не очень задалась, потому что мы боимся упасть. Сейчас, наверное, поедем домой. Вот такое вот доброе утро с камином. В Питере, оказывается, восходит солнце аж в 10 утра. В 10:58, если быть точнее. Но нам надо было встать, поэтому завтрак уже на столе. Камин уже растоплен. Вот такая вот красотишка. Я уже приступила к завтраку. У меня, правда, все остыло, но что поделать? Поспать мы просто любим побольше, чем поесть, судя по всему. У меня тут английский завтрак, очень вкусный, но не хватает какого-то творожного или сливочного сыра, чтобы намазать на хлебушек. Но это уже дело вкусовщины. Сырники, Катюшкины, каша рисовая и еще мои оладушки. Ну и зеленый чай. Good morning. Good morning. Bon appetit. Merci. Присаживайся. У меня тоже есть вилочка? Конечно. Мне еще надо водичку. Мы сейчас едим и... Поедем в автопарк кататься на коньках. Вот. Очень хочется. Поезжаем в автопарк. Ехать нам целый час, потому что сейчас утро. Обычно где-то 40 минут от нашего отеля. Я смотрела, когда мы были в Москве. Но ничего страшного, мы готовы. Пока мы доедем, наконец-то, может быть, посветлеет на улице. И отек спадет с моих глаз. Надо было пачить. Брать дальбовские. Почему мы не взяли их? Я спрашивала, ты сказала, не надо. Нет, хуй не говорила. Ты Абобус. А ты Абдурозик. А ты Хасбик. Питер, конечно, умеет удивлять декабрьским дождем. Просто идет ливень. Стоим. Если вы нам не верили, что темно на улице, но реально темно. Посмотрите на небо. Еще солнце не взошло пока что. Время 10:02. А, ну вот оно 4 минуты назад зашло. Ну там еще где-то, за горизонтом. Извините. Мы думали, что станет лучше, когда мы... За городом, да. Когда мы выйдем. Просто за городом. Сегодня, видимо, какой-то ужаснейший циклон. Не знаю.
и уедем. Едем, потому что но лед, мне кажется, растаял. Я не знаю, я даже не могу предположить ничего, мне страшно. Ты водичку взяла. Да. Если что, то это большая территория, Охта-парк. Здесь находится база отдыха. Есть даже каталка, горная такая штучка для сноубордистов и для лыжников. Есть колесо обозрения, всякие развлекаловки, рестораны и каток. Тот самый каток, который во всех лесах светился, то, что ты катаешься по лесу. Тревис, ты откуда здесь? Ты что? Тревис, ты зачем пришел? Мам, Тревис! Тревис, не уходи! Тебе же холодно под дождиком. Маленький, давай заберем, ему холодно. Это девочка, по-моему. Ну, в общем, почему я это все? Потому что мы приехали, у нас нет зонтика, конечно же. Откуда у нас зонт? В декабре! Мы зашли на ресепшн, я спросила, куда нам идти до катка. Они показали, я говорю, можно вас, пожалуйста? Приятно, приехали. Блять, жесткий. Просто я не знаю, она не увидела, но она куда смотрела, значит, в другую сторону, так что Мерседес в***ался в столб. Ок. Настроение вот в такое ограждение въехать. Я не знаю, договорю я сегодня свою историю про то, что мне не дали зонт или нет, но нам не дали зонт, ну а мы все уже мокрые, мы просто прошли 200 метров, мне кажется, и чувствую себя облезлой кошкой сама. Вот это колесо обозрения. Они сказали то, что раз вы здесь не живете, зонт мы вам не дадим. Я считаю, что это немножко бесчеловечно. Вот неужели жалко дать зонт? Ну что такого в этом, а? Вон я вижу, что там вдалеке как раз-таки подъемник кататься. А здесь вот касса, беговые лыжи. Можно просто медведь, например. Посмотрите, какой. Здесь есть серф-кофе. Мы сейчас сначала пойдем туда. Вон там прокат конечков. Мы нашли уже лесной каток. Какой большой серф. О, приветик! Привет! Вашему вниманию огромный прокат сноубордов и лыж. Кстати, выглядит очень джуси. Это очень красиво, действительно. Из всех прокатов, что я видела, он прям добротный такой. Ну и мы сейчас заказали кофеек, наслаждаемся сыбычками маленькими. Нет, маленький, ну давай так, мы покатаемся 20 минут и все, типа. Я тоже. Нет. Ну тоже закончится. Нет, если закончится, то да. Час был. Да, мы сумасшедшие, только что заплатили 3600 рублей для того, чтобы поплавать на льду за свои деньги. 15 минут, не знаю, сколько, 15-15, сейчас пойдем посмотрим. Мы единственные на этом катке сегодня будем, судя по всему, потому что... Нас так все смотрят. На нас все смотрят, как на больных. Ну, а что делать? Я не могу ничего с этим поделать. Сейчас будем переобуваться и в путь. Дождь-то закончился почти. Обрати внимание. Все-таки существует карма. Он гораздо меньше стал, чем был. Да, вон у чувака свой вайб у работника. Чисто круги наворачивает. Да, один. Кату не снимает. Да. Ребята, мы в итоге катаемся, как вы поняли. Сразу настроение поднялось. Настроение поднялось так красиво, даже может это все и к лучшему, потому что кроме нас здесь просто никого нет. Да, чисто как будто арендовали для двоих. Реально. Вот так. Но я так понимаю, что это все. Я думала, мы прям в лес уедем. Ну, ощущается, конечно. Да. Здесь очень красиво, елочки. Все красиво.
и действительно выглядит как парк, потому что здесь есть вот такие вот скамеечки. Если устал, можешь присесть, отдохнуть. Здорово. Сразу пофоткаемся, потом покатаемся. Ребята, были обнаружены вот такие потрясающие, красивые ламы. А что не идете к нам? Идет. Ой, такая она двуцветная. Иди, красавица, к нам. Я считаю, что за своими мечтами нужно идти так, как мы. Через ливень, через изморозь, все равно на каток. Я только что, да, сказала для Stories, записала видео, что лучше рискнуть, но в случае чего пожалеть, да, если что-то не так пойдет, чем пожалеть, что не рискнула. Поэтому рискуйте, друзья. И будьте такими же ошибленными, как мы. Скажитесь одни на каток. Да. Это такой уникальный случай, здесь просто дофига народа обычно. А да, сейчас мы одни. Да. Мы одни, мы даже в кафе одни. Взяли глинтвинчик. Везде одни. Ну, самое главное, что вместе. Так да. Главное, что вдвоем. Я считаю, весь каток тебе снимаю. Выпьем за это. Кафе. Cheers. Cheers. Глинтвинчик, кстати, безалкогольный, к сожалению. Да, здесь нет алкоголя. Спасибо. Мамми. Иду кататься. Ведет меня кататься на колесе обозрения. Погодка. Гуляют два тысячи, конечно. Я не хочу, потому что видим туман над Петербургом. Да. Сейчас ничего не увидим. Ну вот, что мы сейчас увидим? Капельки? Капельки отсюда. Не, ну что, мы раз уж приехали, надо использовать по максимуму. Да, согласна. Стоимость 350 рублей. Если кому интересно, то каток стоит 3600 на двоих. Это входной билет. И коньки. Коньки, да, в аренду. Притом коньки, по-моему, самое дорогое. Там коньки 1100 на человека стоят. Трэш. Нет, на двоих. Нет. На человека? А, да, все верно, все верно. Вот, поэтому так. В целом, здесь, если ты проживаешь, то другие условия. Ну, знаю, очевидно, какие, да. Но, типа, не бесплатно все равно. Конечно. Ну, да. Все иначе. Ой, там еще. А, я подумала, это детская. Ладно, насколько детская. Но камера не фокусируется, конечно же. Итак, вот такой верт. Вот так, если приложить, то что-то видно. Там горнолыжный курорт. Мы сейчас почти на самой высокой точке колеса обозрения. Мы пришли в очень красивый ресторан, который находится буквально рядышком с территорией Охтопарка. Смотрите. Ну, у нас была прогулка. Очень здесь красиво. Безумно. Атмосферно. Открытая кухня тоже. Вот такой вот зал. Сейчас выбираем, что будем кушать. Здесь очень много, конечно, блюда с дичью, так как это лесная вся история. Forest Hill называется он. Но я хочу попробовать каннеллони с суткой и сыром раклет. Я решила, то, что сегодня у меня обычный день. Я буду пробовать что-то такое. И, возможно, возьму себе супчик, чтобы согреться. Кукурузный крем-суп с морепродуктами. Только сначала спрошу, что в них входит. И, конечно же, здесь есть большая чайная карта. Мы выбрали чай с черной смородиной. Как наступила зима, мы просто подсели на чай. Ну, потому что холодно. Мы сейчас как раз-таки нагуляли хороший аппетит. Мне кажется, самое время покушать. Да, но твоя утка, конечно, не сравнится с голенью косули или с томленым медведем. Ну, это совсем не мое, просто такое я прям не хочу. Но настроена попробовать что-то новое. Да, я увидела это меню, и мне как-то прям очень стало грустно. Я, конечно, понимаю, что это не кто-то шел, там охотник шел по лесу и такой: о, медведь, возьму, убью его, привезу в этот ресторан, но не знаю. Все-таки курица там, ну, мы уже с тобой сейчас обсуждали, курица, свинина, говядина, они, конечно, тоже не хотели быть едой чьей-то, но не хотели. Не хотели бы, да. Сказала, хотели. Не хотели бы, я сказала. Но все же есть производство, где это все выращивается, содержится и так далее. Но Мишку как-то жалко. И Елене тоже жалко. Корову тоже жалко, и курочку тоже жалко. Конечно, всем жалко, но обычно, когда мы в Москве сидим в каких-то ресторанах, ты такое не увидишь в меню. То есть это надо идти в какой-то определенный, то есть какой-то север, да, Ксения Собчак. В севере же? А, нет. Ветер. Ветер. Это здесь. Ветер. Да, это в Питере ресторан «Ветер», и там тоже примерно такое же меню. Но мы сейчас выберем что-то более гуманное.
Ура, мы сейчас будем есть варежки форель со шпинатом, жареная картошечка. У меня это закуска каннеллони с уткой и сыром раклет. Чай просто 100 из 10. Вкусно, очень. Ты дашь мне попробовать? Конечно. Ура, теперь я попробую. Малыш, она такая нежная. У меня очень необычная закуска. Я не знаю, понравится мне или нет, потому что я утку не ем вообще. Я думаю, тебе понравится. А в чем она? В капусте? Это каннеллони, это вид такой пасты. А. Я думаю, это вкусно. Да? Я хочу. Ору. Это очень вкусно. Давай мне быстро. Давай. Быстро. Я, кстати, к утке отношусь довольно-таки неплохо. Положительно. Это вкусно. Ой, спасибо. Это твой супчик? Спасибо. Итак, у меня подоспел суп. Это кукурузный крем-суп с морепродуктами. Там идут креветки, гребешок и немножко палтуса. Сочетание необычное для меня, но я, опять же, решила попробовать сегодня новенького. Я очень хочу коростяную картошку жареную. Конечно, именно поэтому ты сказала мне выбрать ее, да? Да. Я так и знала. Девочки, едем на бизнесе домой. Девочки, это какое-то волшебство. В Питере все так красиво украшено. У них все вот в очень таких хороших оттенках. Типа теплый свет, белый свет или холодный свет, в отличие от Москвы, серо-бурокозявчатый. Нет, я только что написала эту историю. Да? Да. Класс. Здесь правда очень красиво. Мы едем сейчас домой, в отель в наш. И просто какое-то наслаждение испытываю невозможное. Мы уже приехали в отельчик, попросили включить нам камин. Такой вот у нас вайп, от него, кстати, очень жарко становится в номере. Сейчас посмотрим, что там делает мадемуазель. Что делаем? Заново все заделаю, попытаюсь свечки выпить. Сейчас будем делать контент в этой прекрасной, роскошной ванне. Заодно согреемся. Не, горят. Я согрелась, я уже дышать просто не могу. Мне холодно, у меня ноги липнут. Из-за камина. Ты что-то мерзлячка какая-то стала. У тебя зажигалка кончилась. Так ты ее уронила в ванну. Она только что работала. Помогите. А есть еще? Мы купили в Сёрфе бомбочку, как вы помните, с ароматом пачули она и с фикс. Фикс что-то знакомое, забыла, как переводится. Сейчас мы с вами ее распакуем. Бомбки, она не включается. Они включаются, надо просто побольше подержать. Здесь происходит... Видишь? В прямом эфире просто приступ дебилизма от Арины Сухановой. Вы разрешение спрашивали, разрешали мне снимать? Да. Вообще-то разрешение снимала, разрешала, спрашивала всех снимать. Да. Чё расселась? Сижу, купаюсь. Шампанском, воске, второй раз в болоте в каком-то плавает. Все уже грязно. Все грязно теперь из-за того, что все упало. Второй раз. Крабик мой тоже упал. Запрещенка. Ладно. Сейчас я уже буду уходить, мы будем собираться на ужин. Я не хочу никуда идти. Я тоже. Что пойдем? А кушать что будем? Я не хочу. Я хочу. Пойдем. Ты через час захочешь тоже. Мой попку и вылазь. Давай. Посмотрите, какая красота. Сколько же метров гирлянды роса ушло на это здание? Мне кажется, очень-очень много. Да и пофиг мне. Они поняли суть. CDS. Что такое CDS? Надо посмотреть. А мы тем временем пришли в Harvest. Да. Раздолье продолжается. У меня здесь достаточно легкое блюдо. Я специально заказала себе просто салат с крабом и чем-то там, уже забыла, с томатами, с крабом и с листьями салата. Орешки, томленый ягненок. С чем? С паштетом, не паштетом, из баклажанов. Соус какой-то из печеных баклажанов. Соус из баклажанов, да. И томленая говядина. Ягненок это ягненок, дамочка сказала. Ой, ягненок, да. А на гарнир такая, типа... Я забыла, она сказала, как называется. Аля паста. Но это не паста, да. Это полба. Во, полба, полбяная каша.
Сейчас я попробую тебя. Давай. Сейчас. Я просто решила сначала мое попробовать. Мне интересно это попробовать. Ладно. Что-то среднее между тим-тимом. Да, да, да. И ризотто. И ризотто. Она же так и сказала, да. Но вкус каши. Ну, сейчас посмотрим. Свое пробуем. Вкусный. Сейчас попробуем. У тебя салатик с крабом, да? Вкусно? Да. Ну, обычно. Он так и выглядит, если честно. Ну, бедно. Не касай. Не сказать, что с крабом, да? Ну да, такой с крабовой палкой. А рус. Давай я. Буду пробовать. Сначала дай кокосом сделаю. Да, ну. Оно очень мягкое. Но безумно мягкое, я думаю, это и так видно. Будешь пробовать? Да, я попробую, только сначала ты. Вкусно? Это очень вкусно. Гарнирчик, пожалуйста. И попробуй из баклажанов еще ту штучку. Не нравится? А, нравится? Да. Слава богу. Я хочу тоже уже. Я думала, это мне было. Ты со мной так часто мясо стало есть. Тебе мясо понравилось? Серьезно? Ну, слишком мясной вкус. Вообще нет. А можно отдельно штуку из баклажана? Мне понравилось только полба. Да, вот это хрень из баклажана мне нравится. Но, наверное, это из-за того, что ты не особо любишь мясо. Просто я как любитель мяса, вот именно телятины, телятины, ягненка, это, не знаю, для меня это очень. Я готова поспорить с тем, что я не любитель мяса. У нас скорее расходятся вкусы в приготовлении, способе приготовления мяса. Я ем все сырое мясо. Это очень странно. Мне нельзя типа его есть, у меня не переваривается, не усваивается, но я все равно его ем, потому что я очень люблю сырое мясо. Но в приготовленном виде я его есть не могу вообще никак. Что я очень, не понимаю эту логику твоего организма, если честно. Оно не усваивается ни в каком виде. Не сыром, не в готовом, но сыром оно мне нравится. Слушай, я, ну, например, когда я беру говяжьи щечки, они тебе нравятся. Ну, я бы их себе не заказала бы. Ну, это да. Но это впервые тебе не понравилось. Из того, что я всегда беру. Это ягненок, потому что они говядина маленькие. Ягненок это вкусно. Очень нежное мясо. Очень вкусный коктейл. Дорвалась. Кто это лопает булки на ночь? Кто это коктейльчики пьет на ночь? Не мы. Как тебе, вкусно? Я вообще не любитель десертов в ресторане, но здесь так вкусно, вот этим пахло на входе. Я просто спросила официанта, я говорю, мне это надо, и они принесли. Выглядит тоже аппетитно достаточно. Сколько ставишь? 10. Мне нравится сочетание, здесь нет ничего лишнего. Не сложный десерт. Мороженое, бриошь, пропитанное, просто классно. Это правда. Ну что, ребята? Время посещения магазинов почти 10 вечера. Мы решили зайти в Арен-Бай, потому что он находится прямо рядом с Харвестом. И я уже вижу те самые брюки, которые я хотела примерить. Мне почему-то кажется, что они мне будут короткие, но мы все равно с вами попробуем эту жизнь на вкус. Маленькие. Вот эти брюки, которые я хотела. Да, снова. Вот они. Классно. Ну что, это подходит под диско. Я думаю, то, что мне нужна М-ка, потому что S-ка выглядит очень короткой. А сверху что? А сверху я хотела что-то типа не такого, а что-то типа какого-то белого, рубашки, может быть, потому что у меня будет галстук. А типа ты верх не хочешь покупать? Нет, только брюки хочу. Ну, настроение после есть. Коктейля и вот так вот прийти мерить одежду. А нет. Есть вот такое? Нет.
фигня какая-то. Ты чокнулась? Что такое? Без камеры это делать. Что? Можно это без камеры делать? Нет, пускай все знают, что ты в 11 часов ночи захотела кесадилью. И что, раз в год захотела? Мы только что пришли из ресторана, малыш. Майк, я съела там тут есть доставка Ростикса. Настроение Ростикс. Ты пришла из роскошного ресторана в отель и хочешь какую-то хрень заказать? Да. И чё? В ресторане уже не обслуживают все. У нас, кстати, у нас на фоне вот такая вот атмосфера, кухня. Нам же дома не хватает по СТС Лав этого. Ару. И что? Что, что? Спать. Маньки, я уже есть хочу. Завтра поешь, нам завтрак принесут. Ну, ты не смогу так уснуть. Почему? Что я хочу? Майки, что такое? Танцуй. Спасибо большое. 11:25. Они задержали доставку. Я спать. Я тоже. Но мой милшейк. Настроение милкшейк. Настроение Ростикс. Написано KFC, между прочим. Мам, он холодный. Ну, естественно, он холодный. А ты что думал? Настроение у человека вот так после ресторана похавать Ростикс. И опять холодный, да. И невкусный. Вкусно. Попробуй кусок. Нет. Он отличается, тебе клянусь. Это очень вкусно. Попробуй. Клянусь всем своим сердцем. Не пердела, это орехи. Приятно. Вкусный пошмак. А еще я вот такие два сказала. Стрипсы трюфельные написано было. Трюфельное настроение. Реально. Реальный рок-н-ролл. Джум-джум, например. Реальный, например, рок-н-ролл. Джум-джум, например. Блин. Бля. Блин, бля. Голенький такой лежит. Кушает. Я так не делала уже года два, наверное. Вот так ночью заказать какой-то... Очень вкусно. Какой-то фастфуд съесть его. Сейчас будем пробовать милкшейк. Даже холодный вкус. Малыш, откуси, умоляю. Да блин, что за хрень? Опа, я тебя умоляю. Танцуй, если вкусно. Это тебе наша фишка? Да. Доброе утро. И последнее утро в нашем номере. А я сейчас вот собираюсь, прихорашиваюсь немножко. Хочу вам показать свою косметичку, которую я взяла с собой в Санкт-Петербург, потому что она очень компактная. Просто вот это вот мое и все остальное ее. Это тоже твое. Ну а ладно. Это общее, и это общее. Что общее? Такое? Что общее? Сыротку ты делала. Я только сейчас сделала. Сегодня еще твой карандаш добавили. Окей. Короче, она компактная, я к этому, ребята. Я хотела вам рассказать, да, что я беру с собой, какими средствами пользуюсь, чтобы чувствовать себя везде как дома, потому что это очень важно на самом деле, особенно учитывая то, какая сейчас мерзкая погода везде, и в Москве, и в Питере, важно чувствовать себя хорошо, чтобы своя кожа... Ой, чтобы ваша кожа тоже чувствовала себя хорошо. Начнем с моего любимого умывания. Оно у меня здесь и останется, потому что оно закончилось. Это Дальба. Быстро, кстати. Да, ну все, уже конец моего любимого умывашка. Далее я взяла с собой вот такую сыворотку. Я ее показывала у себя во влоге. Это Cosmedix. Она для увлажнения. Взяла вот такие миниатюры, которые поплавали вчера в ванной, но не были использованы от Орбы. Это шампунь и бальзам, поэтому мы это с вами дома опробуем. Нам не удалось. Сияшка вот такая.
Шанбрелла? Да, ну это просто для настроения. А потом я взяла крем для тела. Ну, роскошный. Хотелось, знаете, роскоши какой-то взять. Все в воске. Все в воске, да, немножко. Ничего страшного, просто чтобы знали. Тоже в достаточно маленьком объеме. Маску для лица, которая не была ни разу сделана, тоже взяла. Обязательно крем для рук, который меня спасает от экземы и дерматита. Его в сумочку положу. Да, а вообще для лица я тоже, у меня нашлась потрясающая находка. Я его не вижу. Но самая моя главная находка — это вот такой вот крем. Я хочу вам показать, потому что я нашла идеальное комбо. Опять же, умывание, сыворотка и этот крем мне создают идеальный эффект. У меня супер сияющая кожа. Сейчас я еще его не нанесла. Я только умылась и нанесла сыворотку, но этого недостаточно. Крем вот этот называется No You Lipids. И это липидовосстанавливающий крем для лица. Соответственно, он очень хорошо подходит на отопительные сезоны, когда нужно очень массивное такое хорошее увлажнение, когда нужен барьер для кожи, для того, чтобы она не обветривалась, чтобы холодная погода никак на нее не влияла. И помимо всего, здесь содержатся еще церамиды, холестерол и жирные кислоты. То есть этот крем, он подходит для какой кожи? Для любой. Ну, не совсем так. Для чувствительной, для кожи с несовершенством. Ну, там, получается, кислоты, для любой. Ну да, но для, возможно, хорошей кожи, допустим, будет жирновато, но в таком случае нужно просто использовать... Капельку. Капельку, да, совсем чуть-чуть. Итак, да, здесь написано, кстати, крем подойдет как для сухой кожи, так и для комбинированной. Если ей не хватает увлажнения, она пострадала от агрессивного воздействия среды или слишком активного отшелушивания. Угу. Сейчас покажу вам по консистенции. Нам здесь надо, потому что посмотрите, какой ветер. Ветер адский, да. Просто ураган. Я его использую сейчас очень активно. Мне опять же нравится, что здесь хороший объем, его удобно брать с собой. Вот такое количество вдавливаю. Консистенцию видите. Она не слишком прям жирная, как кто-то мог подумать сейчас из описания. Супер такая полупрозрачная. Очень легко наносится на личико. Не оставляет никакого за собой жирного слоя. Все впитывается. Все идет туда, куда нужно идти. Мне кажется, будет хорошая, кстати, подложка под макияж тем, кто красится. Я даже еще немножко выдавлю. А то вчера у нас в лесу обветрилось лицо сильно. Блистаешь. Да. У меня немножко розация только есть, девочки, вы уж не обессудьте. Вот здесь у меня над бровями очень сильно обветрилось, но ничего. У меня еще доза ретиноидов высокая, поэтому я здесь поактивнее сегодня буду увлажняться. Ой, хорошо сразу стало. Я обожаю, когда лицо увлажненное, когда ничего не стягивает. Потому что... Красуня. Такая вот мадемуазель блинчик. Да, если не пробовали, девочки, я советую обязательно попробовать. Крем доступный, реально работающий, потому что я про Open Face еще рассказывала на своем канале. У меня есть классный от них пилинг для кожи головы. Ну, это я же все сейчас выбираю средства, которые работают, чтобы у меня прекратилось выпадение волос, которые способствуют, в общем, этому всему. И еще плюсом я рассказывала тоже на своем канале то, что есть классный у них гель для душа с кислотами, который вы мажете, чиститесь, и у вас пропадает высыпание на теле, если они у вас есть. Он мне очень сильно в свое время помог, одежка мне терла спинку. И теперь у меня спина чище всех, вообще, мне это кажется, правда. До кого можно. Несмотря на то, что крем доступный, ребята используют сырье, знаешь, откуда он? Из Швейцарии, из Кореи. Богатский. Из там разных стран хороших, в общем. Я вообще, а это сделано у нас, да неважно где. Короче, ссылочку я вам оставлю, приобрести его можно в Золотом Яблоке. Бренд хороший, любые средства, которые выберете, я уверена, вам понравятся. А мы едем дальше, переходим к волосам. Для волос я взяла всего два средства. Это крем для гладкости. Всего два. Против пушистости волос, чтобы у меня здесь все было гладко. А после форма чего... очень интересная. Да, хороший, что. А, ну ладно. Сначала его, потом вот так вот. Оставшиеся карандашик. Я стиком для гладкости убираю. Это вообще в любое время, в любое место надо с собой брать. Конечно, вот этого средства было бы поменьше, формат был бы идеально, а то там, видите, у меня все средства достаточно компактные. Bad head.
Да, он пахнет яблочком, очень вкусный. Кстати, вот я его гораздо больше советую, чем на смывашку от Real She, например. Да что ты говоришь. Вот это вот, да. Гель для бровей я уже почти докрасилась, бровки готовы, и из косметики ничего не бралось. Сейчас покажу. У меня базовый набор. А где мой карандаш? Человека нет косметички, она носит все вот так в пакете. Руса, да. Косметики, вот это все, что есть, и то, как бы, да, казалось бы, зачем им все это, потому что сейчас я вот этим вот нарисую себе бровка. Это новый фломастер. После Vivienne с собой я купить решила от Influence, потому что он как-то более стильно выглядит. Такой, да, маленький, серенький. Угу. Ну, эстетик, короче. А то тот у нас как будто бы из сказки. Ну, вот так. У меня буквально пару движений. Чё мне здесь рисовать-то особо нечего. Бровки сделали. Дальше берем хайлайтер. Это самая спрашиваемая вещь на всех. Надо было себе несколько взять и продавать здесь. Кого? В Италии купить. Хайлайтеры? Да. Да, все говорят, его нет в наличии в Москве. Ну, конечно, кто его будет завозить сюда? Не, ну вообще найти можно, мне кажется. Но я привезу вам в следующий раз. Из Италии реально. Всем, кому захотите. Да, потому что я добрая. Ну, за ваши деньги только, конечно. Мы думали, бесплатно. Нет. Вот такой. Наносим чуть-чуть. Глазка чуть-чуть высветлим, потому что у глазка у нас уставший взгляд. Это такая тенюшка тоже, просто с сияшкой, с небольшой от Кика. В оттенке 20. А вот этот Fenty Beauty в оттенке, их всего два оттенка там, вы точно не перепутаете, Diamond Bomb. Полнейший Diamond Bomb. Diamond Carats. Я на бриллиантах все. Вот так чуть-чуть. Ресницы даже красить сегодня не хочется, но надо. Потому что почему? Я текла. Ну что? Пуговка ты. Ресничка красим термотушью, которая смывается обычной теплой водой от Darling. Она классная, я ей тоже пользуюсь. Ну вот да, она смывается очень хорошо, мне это нравится. И то, что она не делает вот эти ресни. Ага, ветки. Она специально, мне кажется, она и более такая естественная. Естественно, для тех, кто почти не красится. Для меня, короче. Я тоже не крашусь почти. Ты да. В общем, у нас такие получились сборы с вами вот за 5 минут. Орешки крем есть. Крем от Каори, кстати, очень приятно пахнет, табак, ваниль. Да, если у вас нет экземы, например, или дерматита, вам такая вещь подойдет. Он очень хорошо увлажняет. Сейчас. И аромат просто топ. Нравится? Да, мне нравится, как он пахнет. Вот так выглядит. Пахнет очень действительно. О, звонок в дверь. Пики-пики. Ну как звонок? Не забудь про воду сказать. Да. Да, прошу прощения за задержку, у нас просто там полная посадочка была. Ничего страшного. Так, так же лучше. Так, я вам сейчас еще принесу выпечку и зажжу камин. Ага, отлично. А мы можем вас еще попросить водички, пожалуйста? Безусловно. Мы забыли. Конечно, Марки, давай я кружки. Ага. Мне еще обезбол просила. Да, вместе с водичкой как раз принесу. Все, супер, спасибо. А Нурофен парочку, да? Да, Нурофен полетел. Да, вот просто супер. Угу. Все пятки? Может, требует что-то еще? Нет, все хорошо в основном. У нас 12, да, выселения? Да, все верно. Угу. Ничего не поставила на У вас просто в номере потом еще заезд будет, но я думаю, если вдруг вы задержитесь там на полчасика, ничего страшного не будет. Хорошо, хорошо, спасибо. Так, я скоро буду. Угу. Так, кабачковая икра. Не знаю. В наличии у нас израильский завтрак. Шакшука, сырок, пита. Вот такие вот оливочки, сырик, какие-то, в общем, намазки. И еще такая булочка с корицей. Хумус я люблю очень сильно. Приятного аппетита. Спасибо. Очень грустно прощаться с этим номером. Он нам уже стал родным и любимым. Но нам пора веселяться, поэтому мы уже собрались. Ехать котиком к нашим. Да. Скоро будем в Москве, но пока у нас еще есть 2 часа свободного времени, которыми мы еще не распорядились, верно? Верно. Сейчас пойдем пройдемся куда-нибудь в окрестностях. А, по такому урагану, конечно. Ну там, может, по-другому будет снизу, не так, как сверху ветер. Да, да. Может, так высоко?
На сотом этаже? На пятом, это высоко. Пока. Пока. У нас перед отъездом случилась мини-прогулочка. Идем до серфа. Правда, сначала они туда пошли, сделали крюк. Но ничего, на улице погода. Улица небольших русских брендов есть. Да, кстати, вот тут что-то еще было. Но вообще хотела сказать не об этом, а о том, что мы сейчас просто шли по двору и сошлись во мнении то, что Санкт-Петербургу нужен новый мэр. Мы, конечно, не знаем, кто сейчас мэр. Ой, иконика. Иконика. Нет, Майки, мы идем пить кофе. Так вот, я не хочу, если что, обидеть жителей Петербурга, но ваш город очень сильно грязный. Я просто не знаю, раньше я никогда не замечала, что он просто какой-то неубранный, весь раздолбанный. Ну, это да, это понятно. То ли раньше такого не было, то ли я просто не обращала внимания. Но в этот приезд мы с Катей убедились, что это жесть. И почему-то я всегда думала, что в России занимаются только двумя городами, обращают на них внимание. Это Москва и Питер, но нет. Оказалось, что крутится все вокруг Москвы и только. Нет, может быть, и не крутится вокруг Москвы. Просто мы не знаем обстоятельства, по которым здесь не реконструируют дома, которые в плачевном состоянии находятся, не убирают. Ну как это мы не знаем обстоятельства? Все мы знаем, по какой причине все это не делается. Наверняка не можем знать, но я уверена, что как бы деньги есть, люди налоги платят, а куда эти налоги направляют потом, это уже другой разговор. Да, но очень обидно, конечно, потому что Питер, он уникальный и красивый город с большой историей, и я люблю приезжать в него не раз в год, достаточно вообще, если честно. Ну вот год, раз-два в год, это вообще идеально. Приехать сюда, походить по всяким классным, красивым местам, заведениям. Но то, что визуально он так выглядеть стал, это очень грустно. Но мне очень нравится, что здесь реально улица с русскими брендами. И они выглядят прям очень классно. Так вот, топ-топ. До этого сейчас был этот, господи... Тумут? Нет, не Тумут. Перед топ-топом прямо All We Need был. Ну, вот Гей 31, да. Ну, подружка. Русские бренды заполонили сейчас многие города. И в целом, да, это выглядит довольно-таки неплохо. Я не особо знаю, что там по ассортименту, потому что не интересуюсь как-то. Ну, только какими-то парочками, наверное. Парочкой брендов. Но это в целом... Это неправда, мы много знаем разных. Нет, я много знаю, но я не знаю ассортимент. Того же Тумут, например, или 12 Stores. Метро? Метро, по-моему, дальше. Факт о Катарине. Она может просто заплакать, увидев деда с разбитыми очками. Маленький, не смешно. Так я не смеюсь, я просто говорю факты тебе. Ты милая. Чё ревёшь? У тебя астма. Нет, просто мне жаль. Манки, ну он не выглядит несчастным, если честно. Да, но все равно. Такая она милашка. Может в рандомный момент заплакать на чем-то. Ну, вот еще краткая история о Петербурге. В Москве, конечно, такого нет, я в шоке. Там реально просто выпадает снег и... Прямо. Снег выпадает и начинают сразу же все чистить. Коммунальная служба, конечно, у нас там развита и хорошо работает. Здесь, к сожалению, нет. Петер, со мной дедушка Питер, и не работают сети.